сегодня ночью киевский режим совершил еще одно преступление против людей. Нанес ракетный удар по шандорам Каховской ГЭС. Это верхняя часть плотины, которая действительно при разрушении дает пропуск большому количеству воды, но не критичному, не тому, который помешает нашим вооруженным силам защищать левый берег и в случае необходимости нанести удар по правому. The destruction of the Kakhovka dam today puts thousands of civilians at risk and causes severe environmental damage. This is an outrageous act which demonstrates once again the brutality of Russia's war in Ukraine.